Прокутин Гавриил Иванович – герой социалистического труда. Родился 17 октября 1910 года в деревне Прокудино. Закончил 4 класса сельской школы, работал в колхозе. Участник Великой Отечественной войны. За мужество и отвагу был награжден 2 орденами Красной Звезды и многими медалями. После окончания войны трудился в должности бригадира тракторной бригады в родном колхозе. 4 мая 1948 года указом Президиума Верховного Совета СССР за достижение высоких показателей по производству зерновых культур бригадиру тракторной бригады Староскольской МТС Прокудину присвоено звание Героя социалистического труда.